Трудовые мигранты должны будут сдавать экзамен по русскому языку. Соответствующий закон одобрен Владимиром Путиным и сегодня опубликован в российской газете. Правила, согласно документу, распространяются на иностранных граждан, которые планируют трудиться в жилищно-коммунальном хозяйстве, торговле или сфере бытового обслуживания. В силу закон вступит 1 декабря этого года. Подтверждать знание языка не ниже базового уровня нужно будет как при получении, так и при продлении разрешения на работу. В качестве доказательства будут приниматься сертификат о прохождении гостестирования, документ об образовании, выданный в иностранном государстве и признаваемый в России с нотариально заверенным переводом на русский, и иные прописанные в законе документы. Граждане стран, где русский язык государственный, подтверждать его знания не обязаны. Это выходцы из Белоруссии и Южной Осетии. При российских вузах и зарубежных образовательных учреждениях уже действует более 160 центров, получивших право проводить гостестирование иностранных граждан. Мигранты, находящиеся на территории нашей республики, сели за парты еще до принятия закона.